Комик Семен Слепаков продал свою квартиру в Москве руководителю Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти, доценту Высшей школы экономики Павлу Толстых. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш. Инсайдеры рассказали, что сделка состоялась еще 10 октября. Покупатель приобрел квартиру площадью 217 квадратных метров в элитном комплексе Park Residence за 295 миллионов рублей. Комплекс расположен напротив памятника Петру I, недалеко от Крымской набережной и парка Музеон. В квартире есть гостиная с выходом на балкон, мастер-спальня с ванной комнатой и гардеробной, две дополнительные спальни, кабинет, а также еще две ванных комнаты и панорамные окна. О продаже квартиры Слепакова стало известно еще 20 октября, однако детали сделки и имя нового владельца не раскрывались. Специально для продажи комик зарегистрировал ИП Слепаков с видом деятельности «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества».